политики. Очень, потому что они нам объявили войну. Никто тебе войну не объявлял. Танки. А танки поставили просто так. Никто... А что Бербок сделал? Володь, ты хочешь о танках говорить? Да я как не хочешь говорить о поставках оружия? Давай. Давай, я тебе скажу. Сколько оружия поставил Советский Союз Египту и Сирии? В каждом батальоне сидел ваш офицер. Да? Штаб России Советской Армии планировал их операции. Мы что, говорили, что это война? Да. С вами? Нет. Никогда. Это была война с Египтом. Советский Союз поставлял оружие. Да? Война была с Египтом. Но это была ваша позиция. Нет, это не только. Это была позиция всех. И Советского Союза, и Соединенных Штатов, и Израиля. Никто не видел в этом войну Советского Союза. А мы сейчас... Ставки оружия – это не участие в войне. Многие страны поставляют оружие кому угодно. Это еще не участие в войне. Даже участие, когда советники находятся, это не участие в войне. Это, говорю, каждый батальон египетской армии, против которого я воевал, там сидел советский офицер. Это не была война с Советским Союзом. Потому что вы ее не объявили. Нет, потому что никто не рассматривал это как войну. Но вы тогда не рассматривали. Никто в мире не рассматривал это как войну. Никто на этом земном шаре как войну между Израилем и Советским Союзом. Даже когда наши летчики воевали с вашими, сталкивались, и когда советские ракетчики воевали с израильскими летчиками, наоборот.